Вы думаете, при помощи карт можно делать только расклады на любовь, на финансы? Нет. При помощи карт можно разложить сказку, песню. Ну, например, идет бычок, качается, вздыхает на ходу. Ой-ой, доска кончается, сейчас я упаду. Идет бычок, качается, вздыхает на ходу. Ой-ой, доска кончается, сейчас я упаду. Идет бычок, качается, вздыхает на ходу. Ой-ой, доска кончается, сейчас я упаду. Доска, дерево, падать, звезды, идет, куда идет, к неприятностям. В виде бычка тут вышел, видимо, мужчина. По дорожке, тайна, он не знает о том, что он упадет. Ему информация в песенке, доска кончается. Есть шанс пойти обратно, но он им не воспользовался. В итоге бабах упал.